Партнер проекта ЛЗРМ, производитель рапсового масла Унша. Да. Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Ксения Шамова. Каждую неделю я знакомлю вас с книжными новинками в программе «Да». В этот раз мы взяли курс на здоровый образ жизни, ментальный и физический. Так, чтобы сохранять спокойствие, даже в сложных обстоятельствах, научиться справляться с гневом и помочь себе и ребенку вырасти счастливым и сохранить это состояние. Когда я возглавляла отдел продаж, то искала книги по управлению. Главный критерий – книга не должна быть классической. И нашла. Она была направлена на взаимодействие родителя и ребенка. Так, чтобы каждый мог слышать и слушать друг друга. Разве не об этом мечтает каждый из нас? Независимо, в какой мы роли сейчас выступаем. Руководителя, подчиненного, партнера, родителя или ребенка. Я хочу найти ответ, что нужно сделать, чтобы ребенок с рождения был счастлив и внутри, и снаружи, особенно когда он станет взрослым. И когда я увидела новинки в издательстве «Ман Иванов и Фербер», решила, что их буду читать вместе с дочерью, и ей будет интересно. И не ошиблась. Вы знаете, чем дети отличаются от взрослых? Ребенок с удовольствием включается в игру и делает упражнения, представленные в книгах. Сегодня у меня три современные книги, которые неотделимы друг от друга. «Ключ к себе» Рошел Ламан, рекомендованный возраст 16+. «Расту счастливым» Кьяра Пиродди, рекомендованный возраст 0+. «Счастье внутри тебя» Дженни Мари Батистин, рекомендованный возраст 12+. Книга сертифицированного и лицензированного консультанта. Она помогла сотням подростков справиться с чувствами разочарования и гнева. «Ключ к себе. Управлением гневом». Автор Рошель Ламан. Книга построена таким образом, что сначала объясняет. Возьмем как пример упражнение на странице 32. Как измерить гнев? Сначала блок «Что надо знать о гневе?», затем «Что надо сделать?» и следующий «Еще кое-что». Да-да, именно так он и звучит. Если бы я сделала шкалу полезности книги по 10-бальной шкале, то поставила бы твердую десяточку. Автор следующей книги Кьяра Пиродди работает психологом и помогает взрослым и детям обрести баланс и развить эмоциональный интеллект. «Расту счастливым» – первая книга об осознанности и внимании к себе. Эту книгу мы начали читать с дочерью вместе. Книга красочная, в ней представлены 26 игр и упражнений для развития эмоционального интеллекта. Выберите задание, которое нужно ребенку именно сейчас из ситуации. Мы перед сном прочитали задание на странице 35 «Сладкие сны». В продолжение темы – книга лицензированного психотерапевта по вопросам брака и семьи, матери пятерых детей Джани Мари Батистин. «Счастье внутри тебя. Как успокоиться, сосредоточиться и поднять настроение за 10 минут в день». Чем осознаннее мы воспринимаем происходящее вокруг нас, тем лучше нам удается сосредоточиться. Упражнения, которые приведено на странице 110, помогают сосредоточиться на текущем моменте. А если были чувства сожаления о принятии решения, то упражнение на странице 74 научит ценить приобретенный опыт. Намного больше вы сможете прочитать уже в книгах «Ключ к себе» автор Рошел Ламан, «Расту счастливым» Кьяра Пиродди и «Счастье внутри тебя» Дженни Мари Батистин. Сегодня известно, что эмоциональный интеллект, умение замечать свои эмоции, различать их и переживать, помогает справляться с трудными ситуациями и бороться со стрессом, как взрослым, так и детям. С вами была Ксения Шамова с книжным обзором в программе «Да». А помогает нам приносить пользу в каждый день жизни наш партнер – торговая марка «Унши». Да.